бы. Да чего? Это же мы. Мы сегодня отлично проведем время. Да, любимый. Подруга, ты меня напугала. Ты чего? Мы же идем на бал маскарад. Там все будут в масках. Фу, простите, я что-то затупила. Отлично. А теперь я напомню вам, зачем мы здесь. Сегодня сюда придет та самая стерва, которая подставила меня год назад перед всей школой. Стоять! Не приглашены? Это закрытое мероприятие, только для избранных. Да, конечно. Мы почетные гости. Эй! Руки! Приглашение! Да, пожалуйста. А ваши где? А мое вот. А ваше? А где-то было. Секундочку. Не могу найти. Быстрее, Элис. Надоело уже тут стоять. Вот. Ну что, пропустите нас. Ваши никнеймы. Я Стар. А ты Санни. Чё? Я Санни. Цветик. Это Санни и Стар. Честно-честно. Все хорошо. Добро пожаловать на бал маскарад. Фух. Что за дурацкие имена? Да пофиг. Главное, что куски пазла сработали. Отличная была идея. Украсть их у реально приглашенных людей. Пойдем. Скоро придут и другие гости. Какой же ты красавчик! Я столько времени бегала за тобой! Наконец-то я встречу своим крашем из интернета! Заговорю с ним, рассорюсь с девушкой, и он от меня никуда не сбежит! Главное узнать его в маске! Ваше приглашение. Кодовое имя. Фокси. Проходите. Спасибо. Наконец-то я замучу с крашем, и меня никто не остановит. Нас позвали на бал маскарад. Надеюсь, сплетен будет на год вперед. Нет, я бедный. Я хожу сюда только ради тебя. Котик, ну перестань. Мы отлично повеселимся. Главное, не делай недовольное лицо. Ладно, но если они сэкономят на празднике... Приглашение. Складывайте, чего стоите? Да прошу, с нами так не разговаривай. Тайлер, ну хватит. Никнеймы. Неужели не видно? Я Мун. А это мой парень, Голди. Добро пожаловать. Проходите. Сервис отстой. Наконец-то мы тут. Посмотрим, что здесь за экземпляры. Опа! А вдруг это он? Жарко тут. Все может быть. Я его таким себе и представляла. Смотрите, тут уже две девушки. Одна из них точно, которую мы ищем. Нужно с ней познакомиться и найти улики. Что-то мне страшно. Нет времени сопли жевать. Пойдемте посмотрим, куда они пошли. Фу! Дешевые коктейли! При
Приветик, я Фокси, приятно познакомиться. Ну, я бы так не сказал. Вообще-то мы здесь отдыхаем, чего тебе? Просто хочу познакомиться. Так, нужно задать какой-то вопрос, чтобы понять, он это или нет. Какой твой любимый цвет? Золотой, а какая тебе разница? Золотой! Все сходится! Что сходится? Неважно. Так, еще вопрос, ой, еще вопрос. А у тебя есть страница в Инстаграме? Ну, конечно, что за тупые вопросы? Это точно он! 100%! Странная ты. Что тебе от моего парня нужно? Ты даже не представляешь! А? Ничего! Ну вот, все! Я его нашла! Теперь нужно их рассорить. Сейчас узнаем, кто они. Всем привет! Давайте знакомиться. Ваши кодовые имена. Сани. Стар. Цветик. Мун. Голди. Фокси. Вы получили пазлы по почте? Да. Да. Отлично. Предлагаю перейти на лужайку для танцев. Скоро начнется бал. С радостью. Недолго вам осталось под ручку ходить. Что ты мямлишь? Ничего? Странные они какие-то. Как вы думаете, кто из них наша стерва? Мне тут немножко некомфортно. Да перестань, пойдем. Эти девки обе какие-то подозрительные. Нужно следить дальше. Фух. А я говорила, что попаду на бал любым способом. Вижу девушку. Она перелезла через забор. Что? Ты уверена? Да. Возможно, она и есть наша подозреваемая. И что будем с ней делать? Найдем улики против нее и прижмем ее к стенке. Хорошо. Проследи за ней до самого дома. Принято. Люблю тебя, Нейт. Браво. Отличное шоу. Все в порядке? Да, все хорошо. Я просто не удержала бокал в руках. Ты как? Это из-за Сани и Стар? Хочу проветриться. Пойдем на балкон. Так, вы уже подружки. А может, Светик и Фокси заодно? Я буду за ними следить. Я знаю, зачем ей нужен мой таймер. Если она перелезла через забор и пришла сюда самовольно, значит, она точно что-то скрывает. Что-то мне это напоминает. Не может быть! Я докажу, что это была она. А сейчас медленный танец. Где Кейси? Ладно, давай потанцуем. Не могу поверить. Я не сплю. Ты чего? Браво! Офигела! Голди! А что такого? Это просто танец. Супер, продолжайте. Ну ты стерва! Против меня тут точно какой-то сговор. Шоу продолжается. Это еще кто? Всем приветик. Мое имя Никто. Я немножко задержалась. Я видела, она перелезла через забор. Ее не должно тут быть. Есть идея. Не трогайте ее. Она моя подруга, просто задержалась. Неправда. У нее пазла нет. Докажи. А через забор она перелезла, потому что охрана не любит опоздавших. Что ты делаешь? Подыгрывай. Я не верю ей. Она обманщица.
Но это нечестно. Кто это такая? Меня не приглашали. Она приглашена. Пускай остается. Я все равно узнаю, кто она на самом деле. А теперь слушай сюда. Я Мун, и ты мне нужна для дела. Какого дела? Видишь вот ту девку? Мне нужно, чтобы ты проследила за ней и узнала, почему она липнет к моему парню. Но, понимаешь, я... А я взамен прикрою тебя и не расскажу, как ты сюда попала. Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь. Я просто очень хочу остаться на полу. Не верю я этой Мун. Они с новенькой явно что-то замышляют. Вот и узнаем. Приветик. Познакомишь с подругой? Да, конечно. Эй, никто, там, кажется, тебя звали. Ага. Прости, подруга занята. Я все равно все узнаю. В твоей сумочке жучок, стерва. Туалет. А сейчас наш особенный ужин. Присаживайтесь. Отлично. Я подам вам всем сигнал. Ты где была? Следила за Фокси. Врешь. Она была тут. Развлекайтесь, дорогие гости. А передайте бургер, пожалуйста. Ребят! Вы что, не разговариваете со мной? Я передам. Ты идиотка, не смей. Эй, ребят, вы чё? Слышали, ты любительница сталкера чужих парней. Я? Да чего вы взяли? Да так, птичка напела. Ах так! Я думал, ты нормальная! Да. Хватит! Перестаньте! Отлично! Она очень красиво плачет. Вам мало доказательств? Это она! Я думаю! Ты та, кого я искала, Фокси! Ты меня искала? Зачем? Сейчас ты мне все расскажешь. Пойдем, стерва. Отпусти! Браво! Прекрасное шоу! Невероятно! Вот ты и попалась, мерзавка! Что тебе от меня надо? Я знаю, ты сталкиваешь моего парня и хочешь нас распалить. Ага! Давай сюда! Посмотрим, что тут у тебя. Не надо, пожалуйста! Ну, конечно. Его страничка в инсте. Только ты ошиблась. Ты попутала его с другим парнем. Прости, я не думала, что ты узнаешь. Пожалуйста, никому не говори об этом. Я не буду к вам лезть, обещаю. Нет, ты ответишь за тот поступок в прошлом году. Рыжие волосики, да? Ты была в парике? Какой еще парик? Какой поступок? Ты испортила мой концерт. Я королева школы, а ты опозорила меня из-за своей одержимости Нейтом. Эй, что это? Кто это? Эй, хватит смеяться. Это за то, что увела моего Нейта. Это была не я! Год назад я не могла этого сделать! Я нашла Нейта в Инстаграме только 2 месяца назад! Ну да, конечно! Все улики указывают на тебя! В записке было написано, что это все из-за Нейта. А тут только ты им так одержима. Клянусь! Я вообще не знала о его существовании! И чем докажешь? Он завел Инстаграм 2 месяца назад! Как я могла про него знать?
И вправду. И волосы у тебя рыжие. Это точно не ты. Черт, я опять ошиблась. Но я все равно буду следить за тобой, мерзкая сталкерша. А эту стерву я обязательно найду, обещаю. Что ты делаешь? Почему ты за ней бегаешь? Да как ты мне поможешь? Я не знаю, аллергия! Я тоже аллергик! На, закапай нос! Фух, спасибо, мне легче. Он помогает мне кто? Ясно. Стар, ты что, обиделась? Ты почему к ней липнешь? Может быть, это она меня подставила? У нее аллергия. Я хотел ей помочь. Время караоке. Кто хочет спеть? Я, Стар, эта песня для тебя. Baby, 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 оу! Ла-ла-ла-ла-ла. Это провал. Ла-ла-ла-ла, забыл слова. О, спасибо! Бэйби! 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 Что она ему там шепчет? Точно подкатывает. Ла-л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 а-
Что это за цирк? Она тебе нравится? Стар, ты чего? Сначала Кэсси, потом это никто. Не могу. Мне больно на это смотреть. Так интересно, что между этими тремя происходит? Что с тобой? Почему ты плачешь? Ничего. Просто за Кэсси стало обидно. Она же моя подруга. Обидно, что Саня подкатывает к никто. Тебе-то что? Сами разберутся. У меня все окей. Мне нужно идти. Ага, попахивает любовным треугольником. Теперь я знаю, как буду развлекаться на этом балу. Что ты от меня хочешь? Дело есть. У Сани старый цветик, а любовный треугольник. Хочу развлечься и рассорить ее. А я тут при чем? Ты обещала исполнять мои поручения. Или ты хочешь, чтобы я рассказала что-то сама с Ванком? Нет, не надо, пожалуйста. Что мне сделать? Дальше липнуть к Сане, только в этот раз серьезно и по-настоящему. Будем смотреть, как эти змеи будут уничтожать друг друга. Это подло! Что? Ладно, у меня нет другого выхода. Я все сделаю. Сейчас самое время. Давай. Саня, может тебе помочь? Нет, спасибо. Я сам. Опять она. Чего она лезет? Ты такой красавчик! Никто, остановись, ты чего? Забись от него, ты мешаешь нам играть! Нет! Я хочу его обнимать! Зачем она это делает? Не, ну капец ей. Слушай, тебе может плохо, не хочешь на балкон выйти подышать? С тобой куда угодно, красавчик! Ну я вам сейчас устрою, голубки. Я эту стерву уничтожу. Невероятно. Какое шоу. Мум-мум просто молодец. Так, надо как-то ее отблагодарить. Ой, простите, я просто искала туалет. Стой, иди-ка сюда. Вы что-то хотели мне сказать? Да, дорогуша, благодаря тебе этот бал стал ярче. И я хочу тебя наградить. Вау, вот это счастье! Идея рассорить Сани, Стар и Цветик просто гениальна. Вот тебе приз за сообразительность. Спасибо, мистер Икс. В этом году бал божественный. Что? Мон работает на мистера Икс? Получается, это она все затеяла? Походу, она та, которую я ищу. Ура, я теперь любимица, мистер Икс!
что, готовы к финалу нашего торжества? Сейчас будет феерия. Наслаждайтесь. Ну что вы тут? Стоять! Я раскрыла тебя! Это ты подставила меня год назад! А? Что? Ты дура? Все сходится, все улики указывают на тебя. О чем ты говоришь? Год назад ты унизила меня на школьном концерте. Это точно была ты. Я видела, как мистер Икс дал тебе кулон. Ну и что? Ты на него работаешь. Что смешного? О, как я люблю такие моменты. Хочу признать, вы все повелись на мой план. Что? Я вас всех собрал здесь не случайно. Я знаю тайну каждого из вас. И подумал, что вы мне сможете пригодиться. Я Крис. Приятно познакомиться. А теперь ваша очередь. Мой крашик! В жизни-то еще лучше! Заткнись! Это ты мне прислал записку с информацией, что стерва будет? Конечно. Я даже знал, что ты пойдешь на хитрость и украдешь приглашение. Молодец. Ну а зачем тебе это все? Я снимаю свое реалити-шоу, а вы мои герои. Как же я люблю играться с чувствами людей. То есть один я тут оказался случайно? Где мой вертолет? Каждый здесь не случайно и играет свою роль. А теперь вспомни. Для чего ты сюда пришла? Найти стерву! Но ты меня обманул, ее здесь нет! Мистер Икс никогда не обманывает. Она среди нас. Взгляни на это. Это за то, что увела моего Нейта. Так тебе и надо, Крис. Я любила Нейта с первого класса, а ты увела его. Теперь все на своих местах. Ах ты, негодяйка! Так это была ты? Ну, конечно, блондиночка. Крисечка, стой, ты не так поняла. Класс, вот это разборка. Не переживай, я на твоей стороне. Я тебя... Да, все хорошо! Девочки, все хорошо! Ой, грандиозно! Теперь я брону свое шоу и стану невероятно богат. Идемте, пускай шоу продолжается. Прошу вас, хватит! Девочки, а ты девочка? Всем приветик и привет Ритуся, которая вот написала вот такой вот комментарий, вы можете его прочитать. Я тебе так скажу, можешь не беспокоиться, меня поздравили прямо на съемочной площадке, мне сделали приятный сюрприз, меня удивили, не переживай, и все хорошо. Мне очень приятно, что ты так обо мне заботишься, вот переживаешь, но у нас очень хорошая команда, и меня вот... Как я говорю, поздравили. Крепко обнимаю. Спасибо тебе еще большое. Вот. А к нашим подписчикам у меня вопрос. Хотите ли вы, чтобы мы делали посты в сообществе, когда у нас день рождения, чтобы вы могли нас, так скажем, поздравить? Может, там, не знаю, какие-то видосики там, чтобы вы не забывали нам делать? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Мы обязательно почитаем все, подумаем. И уже у кого там у нас следующего день рождения, мы обязательно сделаем этот пост. Я вас всех люблю, безумно люблю, целую, обнимаю. Смотрите наши новые ролики, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вы нас сильно любите. Все, я побежала работать. Всем спасибо, всех люблю. Сегодня у нас день рождения Евы! С днем рождения, поздравляем тебя! С днем рождения! Затухла свечка. Горит. Дуй. Один годик. Желание загадала, да? Конечно, конечно. Тачку для меня. Спасибо большое. Приятно.
Да? Убирай траву, мусор. А что стоишь? Обнимай! Меня просто никто не любит. С днем рождения! Шансы получили. За нас богачик! Какие же они красивые! Как же я хочу быть такой же! Ты чё тут застыла? Опять не работаешь? Да работаю я, работаю! Хватит пялиться на этих богачек! Или ты хочешь, чтобы нас отсюда уволили? Потом будешь жить на свалке! Нет, только не на свалку! То-то же! Такая классная ночевка вчера получилась. Ага, обожаю, когда их устраивает Синди. А то я знаю толк веселья. И, кстати, у меня приглашение на новую. Ура! Опять тусовка! А почему 3 приглашения? А еще кто-то будет? Ой, это лишнее. Ну что, идем готовиться к ночевке? Ага, нужно еще маникюр сделать. Дурацкая работа. Все равно заработанных денег даже на еду не хватит. А это что? О, это же приглашение на ночевку к Синди! Ты что разоралась? Сейчас всех посетителей распугаешь. Ой, прости, я просто ударилась. Осторожней надо быть, неуклюжая. Ага, обязательно. Я иду на вечеринку к богатым! Ура! Моя мечта сбывается! Блин, а у меня и пижамы нету! О! Идея! Сейчас пришью лодку, и уже, считай, новая одежда. Давай, скажи ей. Мия, привет. А Зак тебе кое-что принес? В общем, я цветок тебе на. Ага, спасибо. Положи вон туда. Что это ты делаешь? Собралась куда-то? О, если гулять, то возьми с собой Зака. Никуда я не иду. Просто одежду зашиваю. Ясно. Ну, давайте тогда спать, а то поздно уже. Ага, вы ложитесь, а я закончу и тоже лягу. Вроде уснули. А теперь тихонечко. А, любовь моя. Ты такая красивая, как фея. Фух, пронесло. Что за бред ему снится? Так, ладно, надо болить, а то опоздаю. Мия. Ого! Вот это хоромы! Даже лучше, чем я себе представляла! Фу, что это за запах? Запах? А-а-а, это от меня. Какой ужас! Ты вообще моешься? Ну да. Каждый раз, когда дождь идет. Так дожди уже месяц не было. Вот именно. Фу, я так больше не могу. Где мои самые стойкие духи? Держи. Ну как? Ну, вроде не воняет. Ага, можешь снимать. Фух. А что делать будем? Давайте веселиться! Нет, сначала прически. Класс, я принесла пипеди. Начинаем на перегонки. А я? У меня нет денег. Придумай что-то. Так, сейчас посмотрим. О! Ну как? Ну... девочки, давайте выйдем. Нужно кое-что обговорить. А я?
Посиди пока тут. Мы быстро. Синди, я не могу больше. Ну да, она явно не из нашего общества. Я и правда боюсь заразиться бедностью. И как ее выгнать? Сама она не уйдет. А что вы тут обсуждаете? Да так, неважно. А мы кушать будем? Может, торт? Обожаю сладенькое. Сладкое, значит. Держи. Класс! А есть еще? Ага. Ага! Класс! Никогда столько сладостей не видела! Ага, собирай, собирай. Ого! На улице тоже конфеты! Да-да, иди по следу. Ура! Yes, это было легко. Ты так быстро от нее избавилась? Ты гений, Синди. Учитесь. Я все собрала. Ты как сюда забралась? Через окно. Хотите конфетку? Нет, спасибо. А что делать будем? Может, фильм посмотрим? Нет. У меня есть идея получше. Страшные истории! Однажды я вышла из салона, где мне сделали новый маникюр. И вот я дома решила открыть окно, но оно было закрыто. Мне уже страшно. Тише! Интересно же! Дальше я подошла к нему и резко открыла его. И что там? Я сломала ноготь! Какой ужас! Настоящий кошмар! Это, по-вашему, страшная история? Дай сюда! Однажды я очень проголодалась. Еды не было нигде, во всем доме, ни крошки. Потом я решила купить еду, но... Не тяни, говори уже! Я вспомнила, что я бедная, и у меня нет денег! Ужас! Это мой страшный сон! Я говорю вам, это заразно! Выгоните ее! Да, с меня хватит! Здесь вообще есть что-то съедобное? Бэ! Пахнет хуже, чем футболка Зака! Стой! Держите вора! А? Что там такое? Держи его! Он сумку украл! Ауч! Кто что украл? Вот, блин! Ты цела? Ага, это, кажется, твое. Спасибо вам огромное! Ты спасла мою сумочку! Пожалуйста. Я твоя должница. Можешь просить все, что угодно. Все, что угодно? Есть у меня одно желание. Так, что именно ты хочешь? Мне нужно влиться в тусовку богатых соседок. У меня есть... Отличное платье. На меня оно мало, но тебе будет как раз. Офигеть! Оно же стоит целое состояние! Они точно примут меня за богачку. Спасибо! Эй, ты куда? А это разве не все? Нет, конечно. Нужно, чтобы они тебя не узнали. О, реально! Садись. Сейчас я тебе такой макияж сделаю, что тебя точно никто не узнает. Какая красота! Это точно я? Ну, конечно, ты. Просто новая одежда и макияж творят чудеса. Спасибо тебе! Это тебе спасибо. Бургер, наконец-то я могу тебя спокойно съесть.
Дженни, ты что, ешь эту калорийную гадость? Нет, мне просто по ошибке принесли. Ладно, неважно, у нас еще куча дел. В общем, я предлагаю улучшить наши ночевки и начинать их днем. Крутая идея, я за! Привет, девчонки! Привет! А ты кто? Я Меган! Сегодня переехала в этот город! Очень приятно, Меган! Я Синди, а это мои подружки Дженни и Ники. А может, позовем ее к нам на ночевку? Не думаю, что это хорошая идея. Да ладно тебе, Ники! Меган, хочешь к нам на вечеринку? Конечно, хочу! Отлично, тогда идем! Ага! Не нравится мне это, Меган. Так где же эта Мия? У меня уже желудок к спине прилип. А я говорил, надо было идти с ней. Она должна учиться быть самостоятельной. А вдруг она нашла кучу еды и не может ее донести? Надо ей помочь. Сидеть. Пусть сама тащит. Подождем. Блин, мы уже 2 часа ждем, а ее нет. Может, ей опять пришлось драться с бомжами за еду? Или они ее связали, и она там сидит сама? Или еще хуже, ее похитили! О нет, бежим! Бежим! Блин, мы уже все мусорки на районе обыскали. Смотри, это же браслет Мии! О нет, ее точно похитили! Как же так? Я не признался ей в любви! Блин, зачем я на нее накричала? Бедная наша Мия! Так, прекрати плакать! Мы ее обязательно найдем! Идем! Мия, значит? Что? О чем ты? Я Меган! Ага, все я слышал. И все я могу рассказать Синди, но... Что «но»? Чего ты хочешь? Ты мне нравишься, а если мы пойдем с тобой на свидание, то я никому ничего не расскажу. Чего? Ты же просто дворецкий! И что? Я теперь буду встречаться только с миллионерами. Ах так! Тогда я иду все рассказывать. Синди! А ну стой! На тебе, дворецкий! Новая игра, девочки. Нужно что-то кидать в стаканчики. Одно попадание, одно украшение. А что кидать? Ну... А бумажки есть? Только такие. Сойдет? Деньги? Конечно, сойдет! Надо прицелиться. Вау! Выиграла! Держи! Тоже мне. Меган, кидай еще. Окей. Еще. Ты все выиграла? Да она просто мухлевала. Ники, прекрати. Поздравляю, Меган. Ой, я, кажется, пить хочу. Гарри, принеси попить. Гарри. Может, я сама принесу? Не надо его беспокоить. Я за что ему деньги плачу? Гарри. Еще этого дурацкого дворецкого искать. А может, не надо? Идем. Гарри! Гарри! Провалился, что ли? Гарри! Тихо! Слышите? Звук идет из-за кустов. Гарри, что случилось? Кто это сделал? Это все Меган, ну, точнее, Мия. В смысле, Мия, как та беднячка? Это она и есть, а те попрошайки ее друзья. А я говорила, что с ней что-то не так. Так ты нас обманула? Я просто хотела с вами подружиться. Ты обманщица, отдай сюда мое украшение. Девочки! А шмотки у нее откуда такие? Украла? Нет, я не воровка! А это мы сейчас проверим. Я звоню в полицию. Только не полиция! Козел! Ой!
Вы посмотрите, явилась. Ребят, простите меня. Я такая глупая. Вы мои настоящие друзья. Ну как я могу на тебя обижаться? Что случилось? Они меня выгнали. Я же говорила, богатые злые. Простите меня, я больше никогда вас не обижу. Ладно, прощаю. А я уже простил. Наша Мия, спасибо вам. А это что? Ого, а это богачи забыли у меня забрать. Она же стоит целое состояние! Мы больше не бедные! Значит, мы можем купить нормальный дом! Ю-ху! И будем жить там вместе, мои любимые друзья! Мия, я хотел тебе признаться! Я знаю, Зак, ты мне тоже нравишься! Правда? Ю-ху! Тише, голубки! Не разнесите дом, пока мы новый не купили!